близился туда, вот Малокомного полуострова, до жилого комплекса Адмиралтейский. Да. Это, скажем так, одна из частей соединения общественным пространством и благоустроением как раз со современным, это Нижнесетского и Верхнесетского пруда. То есть создание такого зеленого меридиана, который пронизывает нас весь город. Второе, принято участие в реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды, как раз вот именно совместно с КБ «Стрелка» и местными архитекторами был разработан ряд проектов. Все они, скажем так, соединяются и объединяются в